Книга Левит, 19 глава, 9-10 стихи. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края твоего поля, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Здесь говорится не о жертвенности, а скорее об обязанности помогать тем, кто нуждается. Оставив немного на поле для бедного, это отождествиться с другим человеком, почувствовать, что ты часть единого целого организма под названием Божье.